Первый вопрос, какой ноты начинаем играть? Ми бемоль. Сейчас скоро начнется концерт, ребят, подождите. У нас просто такое, ну, лирическое вступление. Все, I
миг ты бывала зла. Господи, прости, я не буду больше петь с тобою. Я пойду на танцинги с другой. Тусоваться на флету. Тусоваться на флету. Спасибо. Вот эта песня про 70-е, она именно вот в такой атмосфере, когда вот так вот, как будто вот все сидят, вот сейчас смотрят. Спасибо. А, про Клаудию песню. Почему-то грустны, но забавляют все твои заботы. Мы будем вместе так секунды. Так грустны, я оставляю все свои заботы. Хрусталя,
шагая с баррикады. Четвертая из тех, кто все не виноваты, ко мне летел и Волга. Мне летел Илга старыми парафетами из минарета ламп искусственного света. Одна с бедой змеи, другая как подруга в испуге от любви металась по кругу, и с нею мокрый снег и перезвон трамвая. Я даже и не знал, что может быть такая.
Спасибо. Вот еще буквально несколько песен. И... Что? Нет, домой идти не надо ни в коем случае. Мой друг, не унывай, те пацаны. Черт, тут опасно, я паркую ласты. 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 Не обижайся, мой друг. И нам все равно. Вот есть такой поэт Иван Пинжинин. Мы с ним сотрудничаем. Он мой друг и пишет иногда песни. Ой, в смысле, стихи для песен. Вот это как раз песня на его стихи написана. Почитайте, очень интересно. Thank you.
расскажу потом, обхохочешься. Расскажу потом, обхохочешься. Пусть найдется в их жизни прекрасному время, место и обстоятельства. Ты так часто бываешь в опасности, и я вижу, тебе это нравится. И я знаю, тебе это нравится. Хоп! И не говори стоп, двигайся дальше. Ну уже давай уже. Немножко песню, там саксофонист сидит в соседнем баре. Вот, он отказался со мной играть, поэтому не будет соло. Извините, у нас короткая программа сегодня, очень. Вот, буквально через несколько минут на сцене появится Фил Каппола. Это чудесная группа, которую я полюбил. Случайно увидев их, я вообще на самом деле ходил по Лиговскому 50 гулять, и захотелось мне зайти в бар, в комнату маленькую. Вот, я зайду, и там такой небольшой зал, и вижу, на сцене происходит просто чудо. Вот, и я не поверил своим ушам, почему вот здесь, вот сейчас, вот, и почему зал не полный, играет такая замечательная группа. Вот, оказались ребята Фил Каппол, да, которые из Владивостока оказались случайно в Питере. Вот. Да, это было круто, и мы списались, познакомились. И ребята очень классные, правда. Последняя песня. Чё говоришь? А, я таджик группа называется. Светом, когда музыка звучит внутри. Жизнь так привольна и так высока. Я распознал ее жизнь между строк. Светом, когда музыка звучит внутри. Светом твоего лица освещается вся улица. Светом, когда музыка звучит внутри. Поцеловать.
как любовь. Освещается вся улица светом, когда музыка звучит внутри. Да-да-да. Такой вот конец нашего, мать его, выступления. Это группа «Таджик». Александр Баблас гитары. Я тоже Саня, ну, как бы вот так. Спасибо, спасибо за внимание. До свидания. Все. Еще? Одну? Хорошо. Там, ребята, Никита, вы готовы? А вы здесь? Сейчас, я найду еще одну. У меня тут они все по цветам. Есть голубые, есть красные песни. Вы какие больше любите песни, фиолетовые или зеленые? Кто больше любит серые песни? Фиолетовые, да? Сейчас найду какую-нибудь фиолетовую. Это кавер-версия на группу «Барто». Я вижу зверя, ты все чулиц. Тут должно быть сон.
техно. Вот-вот-вот, теперь точно все. Ребята, ну что, спасибо вам огромное, что позвали меня.